1400 новых рабочих мест планирует создать немецкий производитель спортивных машин класса «Люкс Порш» в рамках развития проекта по выпуску своего первого автомобиля с электродвигателем. 1200 сотрудников наймут на завод и на предприятие по производству аккумуляторов. Ранее компания собиралась создать только 1000 рабочих мест. Свой будущий электромобиль Porsche условно называет «Миссия-1». Его прототип показали в прошлом году на автосалоне во Франкфурте. Его выход на рынок намечен на 2020 год. Аналитики называют его естественным конкурентом Tesla S, которая появится на рынке уже в 2017 году.